Всем привет, YouTube. Команда велоклуб начала тренировки кросс-кантри, велокросс, и в Балаже готовится открытие велокросса, и велоклуб, команда готова и продолжает тренировки в любых местах. И сегодня я нахожусь в Бебербек лес, который очень красив, и прекрасные места, хорошая трасса, гористая, хорошие корни, чтобы проверить резину и всю амортизацию велосипеда. И я желаю всем хороших тренировок также, не только на шоссе, но и на МТБ классе. И поэтому всех благ, и давайте тренироваться. Коняшка готов к бою.